Итак, видео посвящается увеличению громкости звука при видеозаписи. Четыре ПДА, конечно, с этим разобрались, но, видимо, не всем это легко. Во-первых, еще хочу заметить, что я скоро буду замерять, сколько он все-таки съест. Ну, кто в теме, понял, что это за приборчик, зачем и так далее. Ладно, теперь показываем. Инженерку отсюда как бы войти геморрой. Тут не все знают, поэтому делаем проще. С маркета скачиваем программку. Называется вот МТК Engineer Mod. С помощью нее можно войти в инженерку. Ну, хотел я сначала показать видео, где я записал на камеру смартфона видео со звуком, но звука почти не слышно. Потом, ладно, он есть на YouTube, увидите. Короче, как мы это делаем? Открываем инженерное меню. Находим Hardware. После пунктик Audio. После пунктик Volume. Громкость. Audio record. И вот. Sound recording и camera recording. Вот эти два пункта нужно исправить. Изначально там значение стоит то ли 100, то ли 104, как-то так. Человечек с 4 ПДА поставил 200. Я подумал, чем черт не шутит, поставил 208. Все нормально. То есть как это делается? Сначала выбираем нужный пункт. Потом ресивер или хедсет. Это хедсет — это на наушники, ресивер — это его собственный динамик, как я понимаю. Ой, микрофон. Хедсет. Батарея разряжена. Пятиточечный, там еще всякое. Короче, выбираете то, что настраиваете. Далее выставляете нужную вам величину, ну, допустим, сейчас сделаем 10. Нажимаете кнопку set. Он пишет, что сохранено полностью. И так каждый пункт. То есть, напоминаю, sound record и camera recording. А в каждом из них ресивер, ну и хедсет, советую. Хедсет, конечно, не обязательно, ресивер точно обязательно. Вот и все, и после этого звук будет писаться нормально. Тест я проводил. Уйдите. Тест я проводил. Где тут? Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, вот. Ну, как видите, звук есть. Вот следующее уже снимал. Так что со звуком все стало нормально. Зачем инженеры Blackview сделали изначальное ограничение по чувствительности микрофона, я не знаю. Как оно лечится, я вам показал. Для тех, кто не любит долго читать. Всем пока и жду подписчиков на канале.